Вот еще один вопрос от подписчика моего канала в Телеграме. Я думаю, что этот вопрос на самом деле задают себе многие мужчины. Вроде не урод, не маргинал, не имею вредных привычек, нормально зарабатываю. Казалось бы, практически идеальный вариант для любой одинокой женщины, которая толпами ходит вокруг в поисках мужчины. Но вот только почему-то все эти женщины за такого прекрасного мужчину не конкурируют, хотя, казалось бы, они должны были выстроиться к нему в очередь. А я вам сейчас объясню, почему они не выстраиваются к вам в очередь и не конкурируют за вас. На самом деле все очень просто.